Сегодня в 11 часов 15 минут киевским режимом совершен террористический акт, в результате которого был сбит самолет военно-транспортной авиации России, выполнявший рейс по маршруту Чкаловский-Белгород для перевозки украинских военнослужащих для обмена. Поражение самолета осуществлено вооруженными силами Украины из района населенного пункта Липцы Харьковской области с применением зенитно-ракетного комплекса. Радиолокационными средствами ВКС России наблюдался пуск двух украинских ракет. На борту самолета находилось 6 членов экипажа, 65 украинских военнослужащих для обмена и 3 сопровождающих их российских военнослужащих. Экипаж и все пассажиры самолета погибли.